А, пуговку расстегни, пожалуйста. Значит, у нас в Италии, да? У нас есть выпуск с Италием. Сколько уже, наверное, прошло? Год. Год Год. целый. Целый год. Даже больше. Даже, а что так редко у Так нас? получилось. На совесть последний раз сделал, что не болело, видишь? Ну, я тогда на самом деле душу все уложил, поэтому постарался. Так, где сейчас у тебя болит? Между Расскажи. лопаток, там. Сейчас болит. Хорошо. Прям очень. 6 дней уже. То есть Виталий у нас работает на КАМАЗе, и получается, если можно, день-два сделать перерыва, потому что когда у нас идет это вот Не вибрации, все, получится, не да. получится. Получится. Завтра выходной, сегодня среется. Хорошо. Ну, послезавтра опять Ничего, самогонки выпьешь и пойдем. греется. Ну, ложись, пожалуйста. Лицом сюда? Да, лицом сюда. На живот? На животик, да. Ой, как я об этом мечтал. Но мечты сбываются. Сейчас будет немножко холодно, это. А только очень сильно будет ходить, да. Ртом вдох, выдох. Еще. Все. А, там ты был в прошлый раз дядюшкой, да, по-моему? Дядя был. Как у него, кстати? Нормально. Не то, что нормально, говорит, не болит, я говорю, что ты говорил. А он один раз все был, да? Ну, я сейчас объясняю, это как обращаюсь к пациентам, уважаемые пациенты. Один раз не надо бывать, потому что один раз это очень мало. Это бывает часто, люди приходят один раз и думают, что тут все вопросы решаются. Поэтому нужно хотя бы 3 раза, чтобы у меня было время вникнуть в систему. Правильно я рассказываю, Виталий? Что да, если ты прав. Год назад был, и да. Знаешь, что-то резко на камеру сразу. О, ты уже... Ай-яй-яй, нашел, что там. Это чуть-чуть током долбанет, не бойся. Да, так как болело, на всю самую. Так, сейчас встань, пожалуйста, потихонечку, полностью встань на это. Из машины 2 часа едем и стоим. Сейчас проверь. Ну, вот так. А, нет. Ну, подожди, не может быть так быстро. Ты можешь проверять любые проверки. Да вот у меня атаки. Сыном зарядку делаю по Ну утрам. вот прям сильно. Можешь Присел, сюда, хочешь и так и встань. остался. Нет, Хочешь. все, я уже чувствую, что не болит. Прием закончен. Прикинь. Это, ну ладно, ложись. Но нам нужно сделать все равно для вида что-то. Ну Потому да, что не можем для вида. прекратить просто этот самый. А как это? Он криво стоял, да? Понимаешь, во-первых, я всю жизнь учусь. Я же живу тем, чем занимаюсь. Поэтому позвонки сразу чувствуются, когда он вышел вправо-влево. Сразу он Так встал. он все-таки у меня выскочил, да? А почему, интересно? Да, я не знаю почему. Ничего я не делал. Тут по-нормальному можно пациента принимать за считанные там минута-две и все. Но опять же, люди звонят, говорят, сколько говорят, у тебя идет прием, да? Я говорю, 15-20 минут примерно. Как обычно чеку, что можно вопрос решить за считанные секунды, за считанные секунды. Поэтому приходится тянуть время и делать, перебирать там другие вещи. Вот. Хотя, если бы по-нормальному, я бы это не делал. Потому что есть вещи, которые залеченные. Вот. Я потом эфир пересмотрю, может, мы это видео и удалим, потому что слишком хорошо тоже нехорошо, да, правильно? Очень много ты сказал информации. Ничего страшного. Просто я иногда показывал раньше, как это быстро работает. Но потом это перестал показывать, потому что все-таки были потом повторы, пытались люди повторять, копировать, кто пытается лечить. Но на самом деле это не так все просто. Этим нужно жить, фанатеть от этого. Тогда будет получаться. Вот, то есть, ну сейчас мы будем делать все декомпрессии всех позвонков для профилактики, для всего. Вот, опять, почему проходит боль? Позвонок разворачивается и все, он становится на место. А что еще делается? Еще меняется память мышечная. Поэтому у нас хватает эффекта часто на год, на два и больше. Вот. Но это потому, что ты молодой человек, у тебя хорошие мышцы. А кому-то даже не удается и сделать, даже если позвонки провернуть. Потому что бывают вот эти моменты,
как тряпка внутри мышцы, их вообще нету. Что сделать? Ничего не сделать. Угу. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох. Еще раз. Еще раз, да. Выдох. Легче. Еще. Глубже, Виталий, глубже. Еще. Глубже. Половина из того, что было, сейчас было холостых движений. Потому что мышцы очень пережаты. И вот здесь чуть хрустнуло, да? Потом оно до конца не входит, то есть декомпрессия не получается. Но меня это не волнует, потому что любым другим способом, ударным и вакуумным, мы все равно добираемся до тех позвонков, которые нельзя сделать стандартно. Вот. Правая мышца, помнишь, было это видео? Нет, я не помню. Ну, год прошел. Я понимаю, что у нас было видео интересное, но всех моментов я не могу. То же самое, кстати, не прошло. Вдох, выдох. Вот видишь, что-то не проходит, значит. Дальше. Зарядка сына по утрам делала. Вдох, выдох. Еще. Какая у тебя, говоришь, мышца не прошла? Где? Справа, ты про что ты имеешь? Это, что ты говоришь, перетянуто, или как это было? Угу. Ну, если, ну как, по утрам зарядку делаю, нормально. Сейчас я про нее расскажу тебе. Здравствуйте. Добрый день. Разувайтесь, тапочки обувайте, на диванчик присаживайтесь. Сейчас мы тут съемку ведем, потом, ну, вот, на диванчике это, располагайтесь пока. Первый раз, чтобы он не запутался там. Значит, насчет мышц. Вот это вот длинные мышцы. Вот. Медики могут не поправить их. Можно назвать по-другому. Вот. В общем, вот эти вот мышцы. У тебя это и сейчас перетянуто. Угу. После, да, после правки она, естественно, проходит. Но это нормально. Потому что вот тут сколиоз у тебя есть, ты знаешь. Угу. И как бы не было, да, все равно идут мышцы не равномерно. Вот. Если ты хочешь, чтобы у тебя не было этих перетяжек, ну, чтобы жена ходила по спине, это очень хорошо. О, да? Вот. Ну, поэтому туда ты и ходишь. Вот. Потом колючки тоже лежат на этом. То есть цель наша, чтобы было хорошее кровообращение. Тогда все будет хорошо. Так, вдох-выдох. Дальше. Легче, Виталий. Глубже. Еще. Дальше. Еще. То есть тоже половина сейчас была холостых. Потому что у тебя сильно перетянутые мышцы. Вот. Ну ничего. Вдох, выдох. Еще. Все, все, все. Вот еще один позвонок на месте. Ну, это давно. Угу. А мы его что, не ставили? Ну, ты тут раз его ставишь, но говорит, что это он особо тебе не должен, мозги мне делать не должен. А. Не должен я его чувствовать, он, ты говоришь, что ставишь, он вот так вот практически ставит. Да. Это я, видимо, не умел тогда память мышечную менять до конца. Ладно. Так, и что нам делать? Так, Алла, потрогайте позвонок, чтобы этот, вот этот позвонок, вот он, из всех выпирает. Чувствуете? Вот, а теперь сейчас еще раз, я просто хочу, чтобы вы увидели, как это все делается. Вот заметили, да, момент вот? Ну, Алла, у нас свой чек, просто мы не для того, чтобы кто-то верил, не верил, а для Аллы это делаем, чтобы Алла тоже, она собирается к нам на прием, да? Сейчас, потрогайте. Слушай, ну у меня стена там онемела. Да, ну тут надо приложить. Такого не было как-то раз.
Это. Ну, я живу этим. Так это еще у меня палец не зажил. Я удар у меня чуть-чуть под другим углом наносится обычно. О, у меня сила появляется. Да я тебя зарядился. Что-то мне прям легче стало, да. А ты перекуривать будешь давай? Нет, как скажешь, в любой момент. А, что-то не было, так более. У нас растет квалификация. Фух. А то это как-то девочка еще сильно не должен. Это мы всегда выключим. Если что, я говорю, Али, если что-то не так, мы сразу выключаем. Так, продолжаем? Готов. Тут... А, тут раз зеркало было лучше. А, не так было страшно. Да, я хоть смотрел. А зеркало тоже купим, тут не хватает их. Это, опять же, удар идет от того, насколько у человека мышцы перетянуты. У тебя не очень каменные, они прям железные. Если бы они были мягче, ну проще, удар бы был легкий. Да. Поэтому уж надо чуть потерпеть. Чтоб тебе еще на год хватило. Не, не надо. Хочу через каждые полгода. А, ладно. Тогда вот так вот. Расслабить. Глубже. Без сознания. А я думал, без сознания уже все. Не-не-не. Я уже хотел цепочку забирать. Я знаю, что мне тебе понравилось. У меня теперь тоже серебряная есть. Так, вдох-выдох. Терпимо? Да. Как она мне давала мозги, блин, 7 дней. Я бы не потерпел. Вдох, выдох. Все, все. Вот. Кто не смотрел наши другие выпуски, я говорю, что вот то, что мы делаем, это заменяет 3 года массажей по расслаблению мышц. Не по удовольствию, а по расслаблению. Вот. Вдох-выдох. Это все без преувеличения. Правда, сила появилась, надо же? Да, да. Я до обеда не мог так. А не было, да? Что там, что, кувалда вшита? Ну, заметь, если прийти через 3 дня, ну, ты, наверное, это знаешь, да, или помнишь, нет, уже будет все намного легче. Потому что спайки, мышцы, все это. Кто-то у нас опять пришел. Здрасте. А мы на сколько? Ладно, разувайтесь и присаживайтесь на диван. Только это, обутыми не ходите, мы там моем. У нас там ювелирное все. Ой, чисто в смысле. Так, все, продолжаем. Ты у меня хоть спасибо. А, да. Продолжаем, да? Я думал, уже отдохнул все. Нормально? Угу. Сейчас чуть-чуть шандарахнет только. Угу, не понял. Вдох-выдох. Угу. Скоро у меня кровь польется. Жестко. Жестко. Что делать? Так, лапки так, либо под голову. Чего? Голову? Лапки. Ну, лапки, значит, руки. Так, я нас масло. Мы показываем, как это называется, как бывает. Я понял, ты долго не приходил. Я так жестоко. Что ты же место сменил полностью. Что поделать. Кажется. Давайте его укроем. Да ладно. Я говорю, эту душу выбили на время. Да. Терпимо? Угу. Опять, если бы ты пошел не ко мне на массаж, если бы хотел просто мышцы расслабить,
эта бы неделя ушла минимум. То, что сейчас делается за 15-20 минут. Вот. Опять. Волновой. Вакуумный. Не-не, это я просто рассказываю. Это я тут это. Они очень хорошо пробивают мышцы до самых почек. Это точно, до самых пяток. Да. Вот. И все. Спазмы уходят. Вот оно, свободно. Так, шейку дай мне, пожалуйста, шейку. Шейку. Вот люди сейчас опоздали. Если бы они опоздали до обеда, мы бы их не приняли. Вот. Нам нельзя, чтобы у нас обед срывался. После обеда можно немножко так потерпеть. Но я понимаю, что же делать. Вот. Находится среди всех жилок самая мощная такая перетянутая. И она выводит это давление. Но все равно, как бы там ни было, вот эта часть от сих до сих, от булочек вот сюда, она еще будет не идеально расслаблена, потому что здесь спазмы слоями идут, и тут очень много нервов прячется. То есть здесь я могу удар нанести, какой хочу, а здесь у нас есть риск повредить что-то, понятно? Поэтому это надо лежать на иглах, чтобы это все отпустило. Ну и ванну с солью, естественно. Хорошо? Угу. О, это чуть-чуть потерпи, тут мышцы нашел. Чуток это пережатый. Нормально? Угу. Ты на машине приехал? Да. Старайся не сразу за руль, потому что сейчас будет очень большое расслабление. Хотя бы минут 10. Потому что спазмы были очень мощные, сейчас их нету. Лапки расслабь, расслабь лапки. Так, руки вниз по швам. Расслабь лапку, не бойся. Легче. Тут мы сейчас ничего не ставим, мы просто чуть-чуть растянули мышцы, чтобы тут было проще. Вот. Так, на бок ко мне лицом, пожалуйста. Я тут. Это ровно. Вот так под голову. На другой бок. Потихоньку, только не падай. Главное, чтобы ничего не отвалилось. Ну, да. На спинку, пожалуйста. Пожалуйста. А чуть выше можешь чуть-чуть подняться? Угу. Все, 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 все. Это видео с Тимуром видел или нет? Тимур ко мне приходил, блогер раньше. Не видел? Ага. Почему это мне? В Инстаграме, наверное, да? Не, в Ютубе. Это... После Тимура все стали в шортах приходить. Он там шорты. И так, знаешь, оп. Так, я не один такой, Тимур, шорты.
Все шортики это самое. Вот. Наживает. Так, сейчас лапку дерну. Не бойся. Ага, только Виталий, надо лапку сильнее расслабить, мы немножко не доделываем. Ну-ну-ну, сильнее, еще. О, переделали. Ну, у меня еще там осталось. Лежи. Давай лапку. Так, расслабь. Сильнее еще. Вот мышцы мощные, надо же, а? Только не разговаривай сейчас. Не, расслабь. Как веревочка легче. Ну, спорт не всегда полезен. Должна быть везде золотая середина. Они просто перетянуты. Расслабь шейку, не бойся. Отпусти, отпусти легче. Еще. Присаживайся на краешек. А я поймаю, да. Руку это за голову. Это что, не то, знаете? Не то, это подготовка. А расслабь крылышко. Так, вниз. Все, я тебя держу, готов. Ух ты! Да. Перекурим. Да. Правда, не мог до обеда сделать. Я чуть-чуть, у меня сразу рука вот эта вот порезанная. А сейчас прям, надо же, удивительно. Угу. Правда на тебя пришла сила? Наверное. Так, держишь? Да, ты не бойся за это. Угу. Мне уже нравится прям. Так, еще три раза. Три раза? Да. Как когда будешь готов, скажешь. Да, я по твоему воздуху ориентируюсь, если зеркала нету. Готов. Это все кажется. Так, крути шейки по большому кругу, пожалуйста. В одну, потом в другую сторону. Ну ты знаешь, пока все. Это хорошо. Не, подожди. А, да, не надо, не болит, говори, что прошло. Подожди. Надо проверить. Лучше проверить. Хорошо, проверить. Все прошло? Так, голова не кружится? Нет. Так, на проверку обувай тапочки. И вперед дверки иди, пожалуйста. К дверке. Ко мне лицом. Лапки шире. До пола тянись, пожалуйста. До одной лапки двумя руками. До другой. Лапки ближе. Резко. И другую. Еще раз. И другую. Так, 10 раз приседаний, не торопясь. Угу. Вот на таких приседаниях я иду, да? Да. Ну, с сыном делал, который с Артемом Витальевичем. Помнишь? Помню. И я, опа, и все. Как зацепило. Жду. Чтобы поприседать, ты можешь просто приходить и приседать. Так. Нет, чтобы это ничего не болит. Проверяй теперь, крутись, вертись. Блин, я даже не знал, что я на ней буду хоть похудеть чуть-чуть, да? Ты туда еще через лоб пришел. Ну как самочувствие? Да все нормально. Да еще после первого того раза, как я мне присанул, я уже почувствовал. Присаживайся, пожалуйста, да. Это... Но не всегда можно так позвонки чик и все. Не всегда я могу так чувствовать. Потому что бывает я очень устаю психологически, эмоционально, да, и руки сразу не чувствуют все этих моментов. Но в любом случае хорошо, правильно? Угу. Вот. Тут что, у тебя крови уже идет? Да, немножко. Я душу в тебя вкладываю, поэтому все будет лучше. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Лечение окончилось.
Только две там не забирай, во благо. Ага, да, две точно. Блин, моя твоей прилипла. Ну что поделать, это... Так, а вы еще не знаете, что ли? Нет, ну как, чтобы ты тут не утонул просто, не может это... Я не знаю, наверное, раз на видео, там можно оно вообще на улице. Ну ты же уже постоянный... Клиент, да? Да, пациент, поэтому что ж... Угу.